Жители Авдеевки прожили самые холодные месяцы без газа. Но виновны в этом не боевые действия и АТО, а скандал, который возник со строительством газопровода. Российскому производителю труб удалось ввести в заблуждение международную миссию Красного Креста, которая хотела финансировать закупку труб для газопровода. После закрытого тендера с одним участником, на котором и победили россияне, украинцам предложили строить газопровод из неподходящих по требованиям безопасности труб. Инженеры Донецкоблгаза отказались нарушать требования законодательства. В результате интриг и недопонимания газопровод так и не начали строить. Подробнее о конфликте, газопроводе и каково это прокладывать трубы под артиллерийскими обстрелами мы поговорили с заместителем главы Донецкоблгаза по капитальному строительству. Ласконок Елена Васильевна, заместитель главы Донецкоблгаза по капитальному строительству, родилась, выросла и получила образование в Мариуполе Донецкой области. Елена Васильевна, добрый день. Я знаю, что вы заместитель председателя правления по капитальному строительству Донецкоблгаз. Я уверена, что вам, как никому, знать, что сейчас происходит на востоке страны и как вообще жители пережили эту зиму. Но зима была очень сложная, как, впрочем, и в прошлом году, потому как обстрелы продолжаются, и продолжается разрушаться инфраструктура Донецкой нашей области, и восстановление газопроводов у нас стояло на первом месте, потому как зима, холод, и надо было обеспечить людей теплом. В 2016 году должны были построить новый газопровод в Авдеевке, однако этого так и не произошло. В чем причина? На сегодняшний день газ в Авдеевку и поселки Ясиноватского района, которые находятся на сегодняшний день на территории Украины, подконтрольной Украине, газ идет с территории неподконтрольной, то есть со стороны Донецка. Трансгаз обратился в Донецкую обладминистрацию, что идет зима, и как бы они не могут гарантировать, насколько она пройдет в спокойной обстановке. Поэтому было собрано совещание с приглашением всех заинтересованных участников, то есть это и Авдеевский городской совет, Донецкая обладминистрация, Ясиноватская райадминистрация, Авдеевский как сахимический завод, мы как ПАО «Донецкоблгаз», потому что наши потребители в Авдеевке и в поселках ближайших. Было принято решение о строительстве газопровода, подводящего к городу Авдеевке, со стороны подконтрольной Украины, чтобы не зависеть ни от чьей там воли или желания или настроения. Вот. Было принято решение выполнить проектную документацию. Донецкая обладминистрация поручила нам выполнить в очень жесткие сжатые сроки проектную документацию. Мы ее выполнили, и в июне месяце как бы, мы, согласно акту выполненных работ, передали эту документацию в Донецкую обладминистрацию. В чем причина? Почему все-таки не произошло строительство? Я знаю, что был замешан в этом и Международный Красный Крест. Да, стоимость строительства, получилась сумма очень большая, потому как мы строим подводящий газопровод длиной 14,5 километров, поэтому как бы была привлечена, приглашена международная организация, Комитет Красного Креста, для участия. Они рассматривали нашу проектную документацию, было получено предварительное согласие участвовать в проекте, потому как стоимость строительства, вернее, Красный Крест изъявил желание профинансировать материалы для строительства газопровода. И материалы занимают около 70% всей стоимости строительства, поэтому как бы, эта помощь нас очень обрадовала. Вот. И мы выдали эту документацию, вернее, Донецкая администрация выдала документацию Международному Красному Кресту для подготовки тендера, их тендера, на закупку материалов. Вот. Тендер был проведен. Но когда после окончания тендера мы просили Красный Крест, так как это международная организация, и мы как бы допускали, что будут участвовать в тендере не только представители украинских производителей, а может быть и международные какие-то производители, мы просили дать документы,
до как бы, завершения сделки, чтобы эти материалы были сертифицированы и соответствовали проектной документации и нашему как бы, законодательству Украины. Вы их получили? На сегодняшний день сертификаты не соответствуют нашему законодательству и проектной документации. В этих тендерах участвовали украинские компании, либо это все было какие-то зарубежные? Как они организовывали тендер, кого приглашали, мы этой информацией не владеем. 12 августа было объявлено о раскрытии торгов, но мы информацию получили первый раз только 1 сентября. Вот. Это было по электронной почте письмо с офиса Киевского международного комитета Красного Креста, в котором они писали, что тендер выиграл производитель трубы однослойной. Ну, как бы я не буду вдаваться в технические подробности, значит, тендерная документация, вот она у меня есть здесь, она была подготовлена на основании нашего проектного решения. Проект по подводящему газопроводу к Авдеевке прошел государственную экспертизу. Все решения были подтверждены экспертами. И как бы тендерная документация, она была полностью дублировала те технические характеристики труб, которые у нас заложены в проектной документации. Когда мы получили письмо Красного Креста 1 сентября, то мы очень удивились, потому как в тендере выиграла производитель однослойной трубы, а у нас в проекте двухслойная. То бишь они не разобрались в ситуации? Или как? Мы тоже как бы усомнились в этом и как бы им говорили, что в тендерной документации у них пункты есть, где четко были прописаны наши характеристики согласно проекта. Мы приезжали на встречу 13 сентября, приезжал главный инженер проекта. Я приезжала на встречу в офис Международного Красного Креста. Мы показывали проектную документацию, показывали свою экспертизу, отстаивали свои проектные решения, но с нами как бы общались и говорили, что их технические специалисты просмотрели вот эти документы на трубы, сертификаты и сделали вывод, что они нам подходят. Когда мы со своей стороны попросили, чтобы они нам предоставили сертификаты, которые рассматривали их технические специалисты, нам документы не дали. Что время, они вам ответили? Почему? Они предоставили половинку сертификата, но потом сказали, что мы ошибочно как бы дали, это не с той папочки. Вот, время шло, дело в том, что согласно тендерной документации, поставка труб и фитингов должна была начаться 1 сентября по 1 октября. Так как ситуация очень сложная, и все понимали эту ситуацию, нас просили, чтобы мы выполняли проектные работы, вернее, строительно-монтажные работы в очень сжатые сроки. Нам до отопительного сезона мы должны были уже построить этот газопровод, чтобы как бы население спокойно себя чувствовало, и наши газовые службы спокойно себя чувствовали в зиму, которая неизвестно какая нас ждала. Вот. После того, как мы написали Красному Кресту, что мы не можем принять эту трубу однослойную, она не подходит нам, было временное затишье. Вот. Когда 13 октября уже нас опять пригласили на встречу, мы связывались по телефону с представителями Международного Красного Креста, и в тендерной документации прописано, что предложение должно быть действительно до 11 сентября. То есть те предложения, которые были в объявленном тендере, поставщик как бы гарантирует по этой документации до 11 сентября. Когда 13 октября нас уже стали приглашать на эту встречу, мы думаем, ну все, тендер, значит, тот не свершился, аннулировался, наверное, будет какой-то другие предложения или второй тендер уже будет проводиться.
И мы предлагали на эту встречу пригласить не только нас, как исполнителя проектной документации, но и Донецкую обладминистрацию, как непосредственного заказчика и строительства, и проектной документации. Вот. Мы предлагали наших украинских производителей как бы опросить, даже давали перечень производителей, которые у нас производят трубу. Вот. Как они реагировали? Значит, когда, ну, дело в том, что мы им приказывать не можем, вот, мы высказывали свои пропозиции. Вот. Но когда приехали на эту встречу, был состав этой встречи немножко для нас странный, потому как мы были, значит, был зам по капстроительству, тогда работал Федорченко Виталий Михайлович, сейчас он председатель правления. Я была как начальник отдела капитального строительства и главный инженер проекта. С нашей стороны Скалько Лариса Генриховна, потому как мы предполагали, что будут вести разговор о проектных решениях, о сертификате, как бы все нужно было расставить точки. На этой встрече, кроме Красного Креста, представителей их, был приглашен представитель Евротрупласта. Значит, уже выяснилось потом в ходе встречи, что это единственный поставщик, которого как бы отдало предпочтение Международный Красный Крест. И, значит, эксперт с научно-исследовательского института полимерных трубопроводов в строительстве и представитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Донецкую обладминистрацию не пригласили, больше никаких производителей, поставщиков труб не было на этом совещании. Мы вели долгую дискуссию, и в конце как бы опять нам предлагали вот эту однослойную трубу. Мы как бы категорически были против и опять же показывали свою проектную документацию и проектные решения. Вот. В конце как бы нам сказали, ну хорошо, значит, мы тогда вам предлагаем трубу Климовского трубного завода. Климовский трубный завод – это Российская Федерация. Вот, как бы к Евротрупласту, она, это не украинский производитель, и это Климовский завод, он является дочерним предприятием группы Полипластик, как, впрочем, и Евротрупласт. Значит, группа Полипластик у нас на Украине представлена двумя заводами, это Калужский и Рубежанский трубный завод. Но дело в том, что Рубежанский уже давно не работает в связи с нахождением его в Луганской области и близким местонахождением, находившись в зоне АТО. Вот. Мы, опять же, о чем можно рассуждать, если нет на руках сертификатов качества, вот, сертификатов соответствия. Международная миссия Красного Креста утверждает, что они предлагали, в принципе, в тендером участвовать, и якобы, вот как вы сказали, это Евротрупласт. Евротрупласт, этот тендер чуть ли не на миллион долларов вообще был произведен. Это правда ли, или это все от их стороны это исходит? Дело в том, что мы, ПАО «Донецкоблгаз», мы технические специалисты. И, скажем так, финансовые вопросы вот этих сделок мы никогда не интересовались и не имеем права туда давать запросы, дешевле, дороже. И кто участвовал в этой тендерной процедуре, у нас такой информации нет. Мы уже видели с тем, с кем работает уже напрямую, как бы, как с поставщиком труб. Но у нас получилась какая ситуация? Мы все время запрашивали сертификаты соответствия на продукцию, которую можно использовать на Украине. И получилась такая ситуация, после вот этого нашего совещания, нам 19 октября по электронной, опять же, почте присылают сертификат на Климовскую трубу. Но дело в том, что сертификат выдан 18 октября. То есть, получается, задаешь вопрос, что был тендер закончен 12 августа, как могла выиграть предложение
Евротрупласта, который предлагал климовскую трубу, которая как бы еще не имела даже к тому времени сертификат. Вы им задали этот вопрос? Мы задавали этот вопрос, но, к сожалению, на совещаниях вот этих в офисе Международного комитета Красного Креста протоколы как таковые не ведутся. То есть мы встретились, пообщались, и как бы каждый остался, мы как поняли потом, уже при своем мнении. Потому как у нас после этого шла долгая переписка с Международным комитетом Красного Креста. Мы писали, что вот этот сертификат Климовского трубного завода, он не соответствует проектной документации, что на эти трубы не проведено испытание. И как бы информировали потом Донецкую обладминистрацию, что на 30 декабря у нас документов никаких на трубу не было. К сожалению, строительство как бы откладывалось и откладывалось. Как на это реагировала Донецкая областная администрация? Дело... Вообще, кому вы обращались? Вот, кроме... Мы обращались абсолютно во все инстанции. Мы собирали, когда, ну, вы понимаете, если мы собирались начать строительство 1 сентября и к отопительному сезону, чем ближе к отопительному сезону, тем как бы мы переживали все больше и больше за состояние наших сетей. Мы собирали эту всю переписку. Наши ответы, письма Красного Креста, другие, как бы к нам обращались организации. Мы собирали эту переписку, вели хронологию и в свое время как бы направляли вот эту всю хронологию вместе с документами отсканированными и в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро, как бы и просили дать оценку этой ситуации, потому как придет зима, и все обвинения будут в нашу сторону. И, конечно, мы переживали за это. Но дело в том, что влияние на поставщика, на Международный комитет Красного Креста, как бы, как этот, мы же не можем требовать там от них какие-то выставлять претензии свои, все. Мы просто дискутировали и пытались, чтобы нас услышали. Вас услышали? Вам что-то отвечали? Нам отвечали, но дело в том, что мы в какой-то момент, честно говоря, усомнились в профессионализме переводчиков Международного Красного Креста. И даже стали свои письма уже переводить на английский язык и отсылали им корреспонденцию как бы на украинском языке и на английском, потому что думали, что они нас услышат как-то. Мы даже отправили всю эту переписку нашу вместе с сертификатами, которые нам предоставляют, всю эту информацию в головной офис Международного комитета Красного Креста в Швейцарию. Но оттуда нам ответа не поступило. Вот. И на сегодняшний день как бы сертификата, который соответствует проектной документации и тендерной документации, которая была в августе объявлена, у нас нет. А что наши власти? Вот мы говорили, в ГПУ отправляли, в МВД, что они вам что-то говорили? Может, они вам готовы были чем-то помочь? Дело в том, что наши как бы, службы безопасности им точно так же не откроют всю информацию про процедуре вот, тендерных закупок. Mm-hmm. Это международная организация, поэтому... К сожалению, этот вопрос как бы... Насколько сейчас критична эта ситуация, на какой стадии? Вот я так понимаю, что дальше ничего это не развивается, и вот отопительный, в смысле зима уже прошла, люди так и остались без газопровода. Что дальше? Чего ждать? Дело в том, что ситуация опять у нас обострилась в связи и с обстрелами, и в связи, ну это сейчас тепло, как бы, когда была минусовая температура, опять он падало давление, с той стороны, видно, закрывали задвижку, и была аварийная ситуация, и работали и МЧС, и обладминистрация, все ночевали в Авдеевке, пытались как-то поддержать и людей, и все, ситуация сложная. На сегодняшний день, как ее решить, Донецкая обладминистрация, мы так понимаем, что пытается найти деньги на финансирование. Конечно, то бишь своими силами. Ну, мы не теряем надежды, что Международный комитет Красного Креста все-таки нас услышит. Угу.
Вот. И мы как бы возобновим эти переговоры, и все-таки строительство у нас произойдет, потому что этот газопровод очень нужен. Когда произошло разделение вот такое вынужденное территорий, мы проводили как бы инспекцию своих сетей. У нас на сегодняшний день это как бы единственное место, где у нас газ идет в Донецкой области с неподконтрольной территории. Мы, в принципе, мы своими силами можем это сделать без Международного Красного Креста комитета или нет? Я вам хочу сказать, любая помощь любых международных организаций, это, конечно, большой плюс и большая нам помощь в восстановлении Донбасса, потому что все разрушенная инфраструктура, это очень сложно и требует, конечно, больших капиталовложений. А какая сейчас обстановка происходит на Востоке, в частности в Авдеевке? Думаю, вам как никому знать и рассказать. Обстрелы продолжаются. Вот. Обстановка очень сложная, потому что как бы военные действия возобновились по всей территории. И Марьинка – это не исключение. И мы, конечно, переживаем из-за наших сотрудников, которые работают и в это время как бы прилагают массу усилий, буквально под пулями восстанавливают эту структуру, пытаются людям, если не можем создать какие-то нормальные условия, все живут в этой зоне, это очень сложно бросить свои дома и куда-то переезжать, потому что нету ни денег у людей, нет таких возможностей, чтобы где-то у тебя была квартира, ты переехал в более безопасное место. И, скажем так, мы чего еще нам было поручено как бы выполнять эти работы, потому как мы в 2016 году закончили строительство газопровода по Марьинке. Вот. Очень сложное было строительство. Мы его начали 15 декабря 2015 года и закончили 6 июня 2016 года. И наши ребята приложили такие усилия, которые невозможно. Вы своими силами, либо вам кто-то помогал? Значит, работы выполняли мы своими силами, наши бригады работали, и работали буквально на линии огня. Каждый день мы согласовывали проведение работ с военными, были привлечены и МЧСники, потому как там, где прокладывался этот газопровод, это действительно линия разграничения между как бы военными нашими и той второй стороной. Надо было, у нас получался там газопровод надземный, и все время он подвергался обстрелам. У нас есть даже фотографии с пробитыми трубами. Покажите нам. Конечно. Вот. И повреждения. И было принято решение газопровод этот проложить подземным. Вот. Мы организовали бригаду Марьинского нашего участка. Вот. И за эту работу у нас повредили два раза экскаватор наш, расстреляли. Но я говорю, что каждый день это были обстрелы. И каждый день могли работать и час, и три часа, как разрешали военные, как получали эти согласования. И если за вот бы это... не за обстрелов, то... возможно, это было бы строительство это намного, происходило конечно, бы быстрее. Конечно, это было намного быстрее. Это буквально там мы за полтора месяца построили были этот газопровод. И за вот эту работу министр обороны Украины Полторак наградил наших ребят. Сейчас одну секундочку. Вот приказ министра обороны. Значит, он наградил наших ребят, которые участвовали непосредственно, прям на линии боевых действий, можно сказать, вот такими значками. И было написано: «За вагомий особистий внесок відбудування інфраструктури Донбасу, проявлені мужність, готовність до самопожертви». И это не пустые слова. Но, как бы, к слову, я хотела сказать, что полгода, больше чем полгода, вот с 15 декабря по 6 июня,
ребята рисковали жизнью буквально каждый день. Вот. И мы хотели бы, ну, беря во внимание как бы награды министра обороны, оформить им участника войны. Но мы обращаемся, пока наши результаты не увенчались успехом, но очень хотелось бы, потому что действительно мы люди не военные, мы технические специалисты, которые восстанавливают инфраструктуру и как бы обслуживают газопроводы, которые у нас на сегодняшний день принадлежат государству и дальше будут принадлежать государству. И мы чего очень серьезно относились и к Авдеевскому газопроводу, потому что для нас самое главное – это безопасность. Дело в том, что Международный комитет Красного Креста, наверное, подошел немножко не с технической стороны, ну, как мы смотрим на эти вещи. Мы выполнена проектная документация, оформлены все разрешительные как бы документы, и надо нам в обязательном порядке и строить согласно проектной документации, потому что все газопроводы, построенные за государственные деньги, они впоследствии передаются в государственное имущество. И ПАО «Донецкоблгаз» мы не являемся собственником этих газопроводов, мы только их обслуживаем. Так как нам впоследствии пришлось бы обслуживать и этот газопровод, поэтому принимать трубу без разрешительных документов, без сертификатов соответствия, мы просто не имеем права, потому как это в первую очередь безопасность. И безопасность и наших людей при монтаже, и безопасность дальше в эксплуатации газопровода, поэтому это номер один. Международный комитет Красного Креста, наверное, больше считал, как бы не совсем обратил внимание на технические характеристики, а как бы смотрел на сторону, ну, финансовые возможности. Хотя мы, когда были на совещании в октябре месяце, мы говорили, что если там не получается у вас приобрести трубу, Международный комитет Красного Креста собирался сначала приобрести и трубу, и фитинги. Это детали как бы для газопровода. Мы стали говорить, что если у вас вы ограничены финансово, то приобретите только трубу или только там часть трубы или что-то, тогда мы как бы будем выступать с просьбой к обладминистрации увеличить там процент финансирования, но нас не услышали. Вот. И, к сожалению, получается так, что в этот весь процесс, ну, каким-то образом вот вмешался Евротрупласт, и из вот этих российских, наверное, интриг, ну, может, это как-то не совсем хорошо выглядит, но получается так, что строительство газопровода отложилось на неопределенное время. Какой выход из ситуации? Как вы считаете, что можно сделать? Ну, мы будем пытаться, может быть, еще раз выходить на контакт с Международным комитетом Красного Креста и как бы надеемся, что, может быть, какие-то другие еще международные организации изъявят желание помочь нам в решении наших вопросов. Ну, пока все вот стоит. Да, пока это все остановилось, а я говорю, что мы настроились и были готовы. И дело в том, что когда строился вот этот Маринский газопровод, у нас все наши сотрудники, ну, получилось так, что как бы война, она перемещалась, то в Славянске была, то ближе сюда, как бы мы обслуживаем газопроводы по всей Донецкой области. И в каждом из наших структурных подразделений есть ребята, которые имеют вот этот, ну, можно сказать, уже боевой опыт работы. И, скажем так, на сегодняшний день председатель правления Федорченко Виталий Михайлович, он строил газопровод, ну, будучи в должности начальника отдела капитального строительства. Ой, я прошу прощения, зампредседателя по капитальному строительству.
Он с ребятами с первого дня до последнего, как бы каждый день был и участвовал в этом строительстве, и рыл траншею, и есть этому свидетельство, и вел переговоры с военными. То есть мы технически готовы выполнять работы, потому как Авдеевский газопровод, он тоже будет строиться, если мы надеемся, что он будет строиться, в приближении к зоне боевых действий. Угу. Пока о каких-то сроках говорить рано. Рано. Угу. Рано.